Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как накатить релизную версию iOS 13, если вы находитесь на бета-версии. Все просто, смотрите, небольшая предыстория. Есть бета-версии пошаговые, которые идут, в версии ПО написано именно версия какая. Когда уже будет версия, это может быть 8 или 9 бета, посмотрим. Значением GM это Golden Master, то есть это уже пререлизная версия iOS, она уже и есть релизная. Когда Golden Master наступила, все, как правило, никаких багов, ошибок уже не исправляют, это уже предпоказ перед релизной версией. То есть, по факту, она уже есть релизная. Если вы еще не накатили, или же накатили версию GM iOS 13, вам нужно будет перейти в настройки основные и в профили. Вот этот профиль надо будет вам удалить, введете свой пароль и перезагрузите устройство. И вам прилетит уже новая релизная iOS 13. Хоть на Golden Master вы будете, хоть вы будете еще на бета-версии. Удаляете, перезагружаете все. И свободно приходит релизная версия iOS 13. Так что не переживайте, ничего такого нет, чтобы вы не переживали, не думали, что вы на бета-версии таки останетесь без релиза. Все просто, но всегда рекомендую делать резервную копию, так как это страховка ваших данных и экономия времени, вдруг если вам нужно будет переустановить, перезагрузить, перепрошить телефон и тому подобное. Вот как-то так. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео.